Большая потеря для «Торпедо» и главная надежда для «Акбарса». Это все о нем, о новичке казанского клуба Михаиле Варнакове-младшем. О том, что звезда нижегородского хоккея перейдет в «Акбарс», начали говорить еще в середине мая. Только контракт у него не на 2 года, как говорили раньше, а на 5 лет. А еще говорили, что «Торпедо» предлагала большие деньги, чтобы сын легенды нижегородского хоккея остался дома. «Акбарс», больше хотел, мне кажется, видеть меня, чем «Торпедо» все-таки, и более настойчиво приглашал и говорил со мной. И, конечно, может быть, сложновато было, отдав 10 лет родной команде, перейти, но, тем не менее, нужно было принимать решение, потому что возраст 28 лет уже, наверное, определяющий, надо было определяться, и я с удовольствием согласился на предложение «Акбарса». На открытой тренировке среди хоккеистов «Акбарса» Михаила Варнакова узнать легко. Крепкий и низкорослый, его рост всего 178 сантиметров. На ледовой площадке творит чудеса. Вспомнить тот же хэт-трик в прошлогоднем плей-офф против рижского «Динамо», когда гости проиграли со счетом 3-7. Год спустя, опять же в первом раунде Кубка Гагарина против «Атланта», форвард набрал в 5 матчах 6 очков. Тогда же, по итогам февраля, с 9 очками в 9 играх, уже как игрок питерского «СКА», был назван лучшим нападающим месяца по версии КХЛ. Продемонстрировал великолепную координацию движений. Михаил. В составе «Акбарса» ему пророчит лидерство. На первых тренировках Казани отрабатывает связку с Александром Бурмистровым. Возможно, это сочетание станет основой победы нового «Акбарса». Сам нападающий понимает ответственность, которая возложена лично на него. Конечно, я думаю, груз он есть, неважно в какой даже команде, все равно в любом случае надо будет выходить играть. Я думаю, сейчас самое главное нам прислушаться и максимум первых дней работы выполнять то, что от нас будет требовать тренер, потому что, наверное, это станет определяющим фактором в сезоне. Поэтому все мы все понимаем, конечно, прекрасно, что какие задачи стоят перед нами и зачем нас сюда каждый подписать. Какую игру покажет обновленный «Акбарс» после ухода его многолетних лидеров, чуть ли не главная интрига нового сезона. Задачи, конечно, наверное, будут ставить ближе к сезону, но я думаю, само название команды «Акбарса», я думаю, подразумевает под собой уже сразу эту цель, потому что все привыкли, и болельщики, и казанские, и из других городов, все знают, что такое за команда «Акбарс». Каждый игрок, который туда приезжает, я думаю, тоже это понимает, поэтому я думаю, эта цель, ее тут, наверное, и не называют, она сама по себе перед каждым годом. Елена Горбунчик, Елена Зыкова, телеканал ITV.